Сейчас мы пройдем с Рым начальный курс дрессировки, то есть это работа собаки на поводке. Порода питбуль, возраст 8 месяцев, кличка Юта. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство и все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Лакомство может служить сухой корм премиум класса, колбаска, сырок, то есть уже на что ваша собачка будет вестись. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, рядом. Это красавица. Рядом. Хорошо. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо. Хорошо, девочка, гуляй. По команде «гуляй» собака должна гулять. В это время можно поиграть щенком, заодно подготовиться к очередной отработке ко мне. По команде «ко мне» собака должна подбежать и сесть напротив вас. Повторили хорошо, команду, огладили, дали лакомство. Похвалили собачку. Хорошо, рядом. Рядом. На первом этапе отработайте хорошо, команду рядом. Команда рядом дисциплинирует хорошо, собаку. По команде рядом собака рядом должна находиться с левой стороны. Рядом. При остановке сесть с левой хорошо стороны. Команда рядом подается при начале движений. По воротах, хорошо, остановках, рядом, разворотах подается хорошо, команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на хорошо, поводочке рядом, и отработайте команду рядом. Затем остальные команды будете подключать поэтапно. Рядом. Хорошо. Рядом. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем время, выдержку и расстояние будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние чин-часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей. Подходим и хвалим собачку. Хорошо, сиди. Повторили команду, хорошо, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо, рядом. Так как погода не летная у нас, мы постелили половичок. Рядом. Порода гладкошерстная у нас, хорошо, питбуль, рядом, сырость. Все рядом команды отрабатываем хорошо на половичке. Рядом. Хорошо. Лежать. Хорошо лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем время, выдержку и расстояние также будем увеличивать. Существует 3 вида поощрения. Первое – дача лакомства, оглаживание командой «хорошо». На первом этапе применяем 3 вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и будет достаточно просто давать голосовую оценку командой «хорошо». Подходим и хвалим собачку. Хорошо. Повторили команду, огладили, хорошо, дали лакомство. Рядом. Хорошо. Хорошо, рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Место. Команду «место» мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда «место» от «сидеть», «лежать» или «стоять»? Более длительный интервал по выдержке, и собачка может принять любое положение – сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку. Хорошо, место. Повторили хорошо команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, Юточка. Рядом. Хорошо. После того, как провели дрессировку, дайте собаке разгрузку. Гуляй. Для собаки хорошо, самая любимая гуляй команда – это команда «гуляй». Ай да красавица! Хорошо, хорошо, гуляй. В это время можно поиграть с собачкой, заодно подготовиться к очередной отработке ай команды. Ай да красавица! Хорошо, Юра! Гуляй! Пойдем, гуляй, гуляй! Гуляй! Погуляй, погуляй! Юра, гуляй! Ко мне! По команде «ко мне» хорошо, собака ко должна мне подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Молодец, красавица. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Обязательно хорошо, на первом этапе все команды подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Рядом? Место. То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода питбуль, возраст 8 месяцев, кличка Юта, свою работу окончила. Молодцы, ребята, молодцы. Юта, молодцы.